Ребята, всем привет. Вот иногда человек, наверное, когда что-то покупает, задается вопрос: вот а что так дорого? Ну вот посмотрите, ремонт болгарки. Молол. Немножко изменил ножик. Сейчас покажу. Сделал ее вот так вот. Посмотрим, как он сейчас будет резать. Вот. Ну и заодно у меня барахлила болгарка. В общем, менял щетки, но он все равно что-то не то работает. Вот эти новые щетки. Покупал рядом магазин, у нас там есть. Но, правда, там так долго все это дело. Ладно, смотрите, из-за того, что щетки неправильно притирались, вот этот, как он правильно, якорь, наверное. Видите? Он сточился. Я сейчас подровнял немножко напильником, просто взял вот так вот. Вот эту крутил, вот так вот. А этот на месте фиксировался. В общем, снял, выровнял слой. Здесь, как бы сказать, вот такие наплывы были. Вот теперь вот эти вот борозды нужно каждую прочистить, чтобы двигатель работал. Видите, там вот золотишко или что-то, медь такое, да. Потом еще аккуратненько щеточкой. И все это будем устанавливать. Если этого не сделать, ну, опять просто щетки погорят, контакт будет плохой. Вот так вот они снимают. Вот, и за счет этого двигается. Вот. В общем, делаем, потом покажу.